Водительские права скоро могут потерять смысл, а машина без водителя станет реальностью. Компания Tesla представила новое программное обеспечение для своих электромобилей. После его установки машины американской компании обзаведутся не только новым интерфейсом, но и системой автономного управления. Автопилот Tesla работает при помощи камер, радара, ультразвуковых датчиков и данных GPS. Машины теперь смогут самостоятельно удерживаться в занимаемой полосе, перестраиваться при включении поворотника, менять скорость, искать свободные парковочные места и парковаться. В Tesla отметили, что полностью автономная система управления появится на рынке через несколько лет. Ответственность за происходящее на дороге, по словам американского производителя электромобилей, все еще несет водитель. Однако и это скоро изменится. Мы абсолютно уверены. Через 3 года наши автомобили смогут доставить вас из одного пункта в другой, из гаража на работу, без вашего участия вообще. Вы сможете спать всю дорогу. И это будет абсолютно безопасно.